Да, правильно? Нет, нет. Еще надо. Так, лифт на это смотрит. января 2009 года в центре Москвы были убиты Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Мы помним о них не только из-за их самоотверженности в достижении лучшей доли, как для самих незащищенных и отверженных, так и для всех нас. Не только из-за бесстрашия в борьбе с фашизмом, который пустил свои корни от подворотен до властей. Часто они делали то, что не делал кроме них никто. И сейчас мы ежедневно осознаем отсутствие адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой там, где сотнями самых разных людей требуется бескомпромиссная адвокатская защита и солидарное журналистское освещение. 3 года назад их застрелили неонацисты. Антифашистская демонстрация, прошедшая через год после убийства, стала самым многолюдным и самым значительным политическим событием конца 2000-х. Тогда антифашистское движение обрело голос. Сегодня, как и каждый год, мы снова здесь. Помнить значит бороться! Помнить значит бороться! Помнить значит бороться! Помнить значит бороться! Я объявляю минуту молчания. Друзья, я надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что сейчас происходит на вас. И я попрошу милиционеров, пожалуйста, не разгоняйтесь. Это да, пошлите.